Здравствуйте, вы смотрите 7 канал. В студии Александра Стрельцова. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. В Турции арестовали 20 человек. Их подозревают в связях с ИГИЛ. Боевики этой группировки устроили теракт в аэропорту Стамбула. Сообщается и о двух ликвидированных боевиках, которые пытались проникнуть на территорию Турции. Тем временем ООН доставил очередную партию гуманитарной помощи в два сирийских города. Они находятся неподалеку от Дамаска. В этом году организация смогла доставить помощь во все осажденные регионы страны. Какова сейчас ситуация со снабжением мирных жителей, узнаем из следующего сюжета. Конвой из 38 машин привез питание и товары первой необходимости приблизительно 20 тысячам человек в городах Замалка и Ирбин, находящихся под контролем повстанцев. Осаду населенных пунктов осуществляют правительственные силы. Как сообщили в Международном комитете Красного Креста, люди получат продуктовые пайки, пшеничную муку, гигиенические наборы и медикаменты. Координатор гуманитарных операций ООН в Сирии Якуб Эль-Хила сказал, что доставлять помощь в Замалку и Ирбин будут в течение месяца. Он также призвал прекратить осаду этих городов. Мы впервые смогли отправить совместный конвой ООН, Красного Креста и Сирийского Красного Полумесяца. Мы впервые смогли отправить такой конвой в эти два города с ноября 2012 года, то есть впервые за 4 года. По данным ООН, более 500 000 сирийцев живут в 18 зонах страны, которые осаждают разные стороны конфликта. При этом, как говорят гуманитарные организации, в таких зонах нередки случаи гибели людей от голода. Они призывают обеспечить регулярные доставки продуктов питания, поскольку единоразовой помощи хватает ненадолго. Тем временем, специальный посланник генерального секретаря ООН в Сирии Стаффан де Мистура в среду сказал, что точная дата начала нового раунда мирных переговоров по Сирии пока не назначена. Свое заявление он сделал после заседания Совета безопасности ООН. Я не определял точную дату в июле, поскольку я хотел сначала проконсультироваться со сторонами и понять, есть ли у нас минимум необходимых условий для начала переговоров. Мы по-прежнему ориентируемся на август, как на крайний срок начала в стране процесса политических преобразований. Последний раунд переговоров прервался в конце апреля после того, как правительственные войска Сирии активизировали наступление на районы близ города Алеппо, которые находятся под контролем повстанцев. До этого около 2 месяцев в стране действовало временное прекращение огня. За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, еще 11 получили ранения. В штабе сообщают, ситуация обострилась. На Луганському напрямку противник здійснив 2 обстріли наших позицій біля Старого Айдару. Це відбулося підступно в темну пору доби. Після 15-ї години ворог активізувався у Попаснянському районі. Противник розпочав масований обстріл позицій сил антитерористичної операції з мінометів та великокаліберної артилерії самоходних артилерійських установок «Гвоздика». Донецький напрямок. Вчора різко загострилася обстановка на Світлодарській дузі. Важкі бої на дорозі Бахмут-Дебальцево між Луганським та Логвиновим тривали близько 10 годин. Агресивні дії противника не мали успіху. Окупанти з ганьбою і великими втратами відступили назад в тил. На парламентских выборах в Монголии побеждает главная оппозиционная сила страны. Согласно предварительному подсчету голосов, Монгольская народная партия получает 63 из 76 мест в законодательном органе. А ныне правящая демократическая партия займет только 9 мест в парламенте. Она утратила прежнюю поддержку избирателей. Политическую силу обвиняют в неспособности справиться с экономическими проблемами в стране. В 2010 году благодаря иностранным инвесторам в Монголии начался рост экономики. Но уже через 2 года он пошел на спад. Причиной послужило снижение спроса на уголь и медь в соседнем Китае. КНР – один из главных торговых партнеров страны. Монгольская народная партия придерживается левых взглядов. Политила пообещала ужесточить финансовую политику и контроль над бюджетными расходами. В мексиканском штате Оахака иссякают запасы продуктов питания и топлива. Виной всему забастовка против реформы образования. Протестующие уже долгое время блокируют автомобильные дороги. Чем именно они недовольны, смотрите далее.
Реформа образования возмущает мексиканцев. Теперь преподавателям придется проходить аттестацию. Из-за этого многие боятся потерять работу. Протесты учителей в середине июня переросли в стычки с полицией, во время которых погибло около 10 человек. Многие мексиканские туристы, путешествующие на машинах и автобусах, оказались заблокированными в некоторых городах штата. Мы не можем выехать из города и думаем, что теперь делать. Мы не хотим самолетом, у нас есть машина. Мы хотели сделать поездку более дешевой, и вот с чем столкнулись. Как граждане мы пострадали. Экономика Оахаки уже много лет опирается на туристическую отрасль. Из-за протестов поток иностранных гостей резко сократился. По всему штату перестали работать более 60 ресторанов. Мы не знаем, закрылись ли они временно или навсегда. Даже отели перестают работать. Я знаю об 11 гостиницах, закрывшихся из-за отсутствия туристов. Автодороги, ведущие в штат Оахака, заблокированы в течение 43 дней. Они дают доступ к основным городам. Машины и автобусы были захвачены и сожжены. Обстановка в Оахаке накалилась после ареста лидера местного профсоюза учителей. Его задержали по подозрению в коррупции. Министр внутренних дел ведет переговоры с представителями профсоюзов, но результатов пока нет. На этом пока все. Больше свежей информации в 17 часов. До встречи в эфире. Всего доброго.